Сегодня с вами готовим салат изысканный. Подходит идеально на любой праздник. Впереди Новый год, так что берите на заметку и давайте готовить. Для салата нам понадобятся листья салата. Очень хорошо руккола подходит, или как у меня, вот листовой салат тоже очень хорошо подойдет. Нам нужно будет вяленое какое-то мясо. У меня вот такое. Нам нужен будет сыр с голубой плесенью. И нам нужен будет фрукт. У меня консервированные манго, можно свежая манго, можно грейпфрукт, можно апельсин. Это по желанию. Вот такой несложный, простой набор продуктов, а получается изысканный салат. Листья салата надо порвать на блюдо, на котором вы и будете подавать салат. Салатных листьев жалеть не надо, пусть это будет большое такое количество зелени. Теперь берем фрукты, которые вы будете использовать. В моем случае это манго. Еще раз скажу, что вы можете использовать грейпфрукт, очень хорошо сюда идет, или сладкий апельсин, помело, все, что вы любите больше. Манго можно свежее использовать. Следующее, что раскладываем, это вяленое мясо. Любое, какое найдете. И раскладываете его вот так вот. Теперь берем сыр. Сыр идет здесь голубой плесенью. И его просто вот так вот на кусочки ломаем. И раскладываем. Много его не надо, потому что у него очень яркий вкус. Тихонечку раскладываем. Салат у нас готов. Осталось приготовить только заправку. Самая простая — это столовая ложка оливкового масла. И если вы используете, как и я, консервированные манго, оттуда еще взять немножечко сиропа и сверху это полить. А лучше подать отдельно в соуснике, потому что этот салат лучше заправлять прям непосредственно перед подачей. Если вы будете использовать свежие фрукты, вы также берете столовую ложку оливкового масла, добавляете чайную ложку меда без горки и немного воды. Соус должен быть жидкий. И сверху тоже поливаем и подаем. Если есть бальзамик, можно тоже сверху сбрызнуть. Тут все на ваш вкус и предпочтение. У меня будет просто оливковое масло и немного сиропа из-под манго. Это тоже очень и очень вкусно. Очень вкусный, изысканный салат. Обязательно приготовьтесь на свой праздник. Впереди Новый год, Рождество. Порадуйте себя и ваших гостей.